Проблема наркомании с каждым днем все более остро стоит перед современным обществом. В зоне риска все чаще становится молодое поколение. 70% употребляющих наркотики – подростки. Этой теме сегодня уделяется огромное внимание. Так, в хулиганодоме прошла встреча для наставников центра. Руководители реабилитационного центра из Санкт-Петербурга открыто поделились личным опытом. Ведь с этой проблемой они знакомы не понаслышке. Но у меня было такое желание попробовать вообще узнать, что вот я где-то в музыке это слышал. Там в песнях, где-то в фильмах это видел. Мне просто было интересно, что это такое. И ну, в итоге, понятно, я задался целью и нашел это. И вот, грубо говоря, с этого все пошло. И потом просто менялись вещества, и жизнь катилась с обрыва. История Владислава оказалась для наставников центра особенно актуальной и интересной, так как он начал употреблять наркотики именно в подростковом возрасте и был наркозависимым почти 10 лет. Что происходит в голове ребенка и почему появляется желание попробовать наркотики, а потом затягивает? Формируется эйфорическая память, первые впечатления о наркотике, которые ты потом хочешь всегда вернуть, но их никогда больше не будет. И вот это вот самообман. Когда человек срывается, он хочет вернуть то состояние, вот первый раз. Как распознать наркозависимого, как общаться с таким ребенком, куда обратиться и как не допустить употребления? Эти темы стали главными в обсуждении. Если вы видите, что человек начинает плохо следить за собой, да, то есть он забивает, там, не моет голову, ну, то есть плохо одевается, раньше это было. Если он становится закрытым, как правило, человек, который начинает употреблять, он закрывается от нормального общества, потому что он себя защищает этим. Он уходит от него, и это можно вот эту холодность, вот эту вот сепарацию можно почувствовать. Это один из поведенческих факторов, которые дают понять, что что-то не то с человеком происходит. Встреча стала полезной и актуальной для всех наставников центра. Было много вопросов, на все получены ответы. Девочка, которой я являюсь наставником, находится сейчас в очень уязвимом положении. То есть я знаю, что, возможно, она уже что-то пробовала. Плюс у нее очень неблагополучная семья, и я бы хотела как-то максимально мягко и в то же время результативно подвести ее к тому, что наркотику всегда есть какая-то альтернатива, какой-то другой вариант. Конечно, я с ней общалась, конечно, я очень много изучала этот вопрос, но мне эта встреча была очень полезна тем, что я пообщалась, во-первых, с людьми, которые сами через это прошли. Я вижу, что они, что всегда есть возможность реабилитироваться. Некоторые вещи для меня, как именно распознать признаки употребления у ребенка, особенно в начальных стадиях, они для меня были неизвестны. Я знаю то, что я могу с этим столкнуться. То есть все равно сейчас современные дети, они что-то могут употребить, и на них очень играет социальный фактор, то есть попробую, это вейп или еще что-то. И здесь вот это важно понимать, то есть как именно с этим давящим социальным фактором мы можем как наставники помочь справиться ребенку. Для гостей из Санкт-Петербурга встреча в хулиганодоме с наставниками трудных подростков оказалась не только интересной, но и необычной. В таком формате они беседовали впервые. Атмосфера была легкая, честно. Профилактические вопросы. Как, что может предшествовать этому, как не попасться. То есть, и в принципе, я думаю, что на большинство вопросов мы ответили. А еще в этот день взрослым подсказали бесценный контакт. Он сейчас на ваших экранах. Это телефон федеральной горячей линии. Позвонить на него может любой родитель или педагог. Если встревожен поведением подростка, обратиться может и сам молодой парень или девушка, если чувствует, что нуждается в помощи. Об этом специалисты реабилитационного центра рассказали воспитанникам детского дома номер 3. После встречи с наставниками они отправились к подросткам и тоже провели занятие. Не назидательное, а дружеское. Правда, нам показали лишь небольшую часть встречи. Остальное время специалисты говорили с детьми без других взрослых и без камер, чтобы ребята не боялись довериться и рассказать о своих страхах и переживаниях. Такие беседы, они очень полезны, потому что у нас в детском доме, к сожалению, нет таких глубоких специалистов, которые бы сразу выявили проблему. А здесь приехали люди, которые непосредственно видят изнутри эту проблему. Я думаю, что рассказать детям, напомнить еще раз, что этого делать не стоит, очень важно. Есть такое выражение: посеешь мысль, пожнешь поступок, а за поступком привычку, характер и судьбу. Кажется, подобные встречи способны посеять такие мысли у взрослых и детей, за которым последуют шаги к хорошим отношениям друг с другом и радостной, здоровой жизни. Служба информации, Валерия Евстигнеева, Елизавета Виноградова, Михаил Городников.